Знаешь, в чем дело? Да, и... Я думаю, ты это заметил. Вторая партия с исландцем. Люди, которые... Мне казалось, уже вариант в пользу белых. А, ну он все знает. Тогда может быть и нет. Слон Е6 сильный ход. Да, вот он все знает, но... Ладно, я сыграю тогда план с Д3. Е4, ферзь Е2, ладья Д1. Меня напрягает такая скорость исполнения. И тут я уже ничего не помню. Так, ну... Все привыкли к тому, что... Ну, такое ощущение, что он просто все это знает, да. Ну ладно, возьму. Е4. А, ну тут пуля Д4 все-таки должно ему гарантировать хорошую позицию. Не могу сказать, что у меня так плохо, я сыграю b3, слон b2 или слон e3 просто сразу. Но перевес у белых точно быть не может. Тут ход мне не нравится, e5. Категорически не нравится. Наоборот, он твоего заморозил. Ничего он не заморозил. Он наоборот и мне усилил слона очень сильно. На h3 типа встанет. e5 ужасный ход, я должен такой наказывать. Не, ну даже если ты сейчас пойдешь слон b2. Не, он, конечно, не проигрывает, но... И конь d7 как раз очень сильный ход, да. То есть он компенсировал свой предыдущий ужасный ход сильным. Пешка нельзя сдваивать. Да, b3 было чуть-чуть неправильно. Надо было слон e3 ставить. Ну теперь надо выбивать. Да, и вести коня на b2. Так, наверное, менее всего. Ну, конь b2 нужно играть, что думают? Или ты ничейку хочешь с ним? Ну, это не игра. Не нужно конь b2. Конь b2 это не игра. Конь b2 это игра на поражение. А это? А это, не знаю, я надеюсь, что у меня слон сильнее. Но это, конечно, вряд ли. Да, и пешку никак не зацепить. Ладно. Хотел ферзь h5, но это тоже неправильно. Да, можно и доиграться, кстати. Сейчас ладья на c3 пойду. Ладья c4, поэтому надо. c4 можно, но он тогда возьмет просто. Ну, cd? Или dc? Ну, там просто безнадежно. Да, это было неправильно, категорически тупо. b3 была грубая ошибка. Хорошо, тогда... И что придумать? Ну это вообще аншлаг. Он очень быстро все исполняет. Это, наверное, не есть хорошо. Плохая позиция, солдат этой. Так тоже плохая. Но не могу брать. Безнадежно. Ну, может, не совсем безнадежно, но... Плохо. Шах. Пешку защитил. Повел свою ферзи. Тут никаких шансов с таким временем. Стоп. Король G2, да, король G2 надо. Ну, еще время оттял таким неожиданным ходом. Хороший ход. На b4 надо было вырубить сразу. На b4 не дают вырубить. Даю. А, там висит на c7, да? Надо, это надо было сделать. Ну, ферзь b6, ферзь b7, да. Он сейчас просто к пешке в 2 будет цепляться, ферзь f6. Я вижу. Ладья f8. Ну, да, но это безнадежно. g4 сдался. g3, g5, g4, грозит. g5, g4, тупой план.
который выигрывает материал. Нет, он ничего не выиграет. Слон f5 пошел, а сразу лучше у белых. Не, ну тут все понятно с 7 секундами. Ладно, сдался. Не хочу, чтобы меня выбили. Или флаг, позиция не проиграна после взятия Fe и потом Е6. Позиция нормальная, вполне ничейная. Пешка на Е4 страшно. Нет, не страшно, с разным цветом держит. Ну просто смысл.